Казахмыс повышает цены на услуги. Счета на коммунальные услуги, которые получили жители поселка Топар, вызвали у многих шок. Тарифы на электричество, воду, тепло выросли в разы. Просто-напросто самый натуральный грабеж населения. То, что у нас из 10 тысяч человек, это, считай, дети и взрослые в общей сложности, такой численность населения. Треть населения – это пенсионеры-инвалиды, которые получают 30 с небольшим тысяч, меньше 40 тысяч, короче. И поэтому вот это вот, где, если бы они платили 2-3 тысячи, а будут платить 7-8 тысяч, их очень больно ударит по карману. Местный монополист от разговора по тарифам не уходит. На вопрос, почему произошел такой резкий скачок, отвечает так. Повышение связано с тем, что с 98 года тариф не повышался. Дотация шла в основном за счет корпорации «Казахмыс». Сейчас, значит, организация энергоисточники Каргандинской КГС отделилась и стала отдельной структурой. Жители Топара между собой поговаривают, что рабочих ГРС-2 заставляют подписываться под письмом о согласии с новыми тарифами под угрозой увольнения. Директор предприятия опровергает эту информацию. Было письмо такого характера, что да, повышение тарифа – это непопулярный метод, это плохо, но мы в то же время понимаем и подписались те люди, так и написано, подписались добровольно, непринужденно. Местная прокуратура встала на сторону населения и обратилась в суд с требованием отменить решение об увеличении тарифов. Районный суд вынес решение не в пользу потребителей. Активисты не сдаются и надеются на новое слушание в областном суде. Им есть за что бороться. С началом отопительного сезона счета за коммуналку станут еще больше.